Австралия возмущена приговором, который вчера вынес Каирский суд австралийскому журналисту Питеру Гресту и другим сотрудникам телеканала «Аль-Джазира», и будет бороться за его освобождение. Родители Питера приняли участие в пресс-конференции. Вот этот человек, наш сын, заслуженный журналист, лауреат премии. Он не преступник. Он не преступник. Быть готовым к чему-либо столь мучительному невозможно. Мы решительно настроены бороться до тех пор, пока Питер и все его коллеги не выйдут из тюрьмы. Сотрудников «Аль-Джазиры» обвинили в сотрудничестве с братьями-мусульманами и пособничестве террористам посредством оказания им информационной поддержки и предоставления оборудования.